Все знаем. Хочу, конечно, вам пожелать в новом каталоге побольше новых уровней. Конечно, должны знать и каталог сам, да, что в каталоге, чтобы и новичкам знать, да, и новичкам знать, что предложить, и акции вот эти все рассказать, и про стартовую программу. Это все сейчас быстренько проговорю, долго не буду. Но упор, конечно, всегда ставим на рекрутинг, на поиск новых партнеров. Всегда это помним, но про продукт тоже должны знать. Я буду смотреть подсказки, поэтому, если что, это... Да, тоже мне пишите там, если что-то там я пропаду там или еще что-нибудь, потому что я буду это из подсказок смотреть кое-что. Потому что тоже, конечно же, я тут в идеале все не знаю. Вот. Значит, начнем. Сейчас я все включу. Маленько это... Припозднилась я. У мамы часы на 10 минут позже идут. Поэтому вот. Да. Ну, Ань, если что, выйдешь, ничего страшного. Угу. Так, в записи, если что, посмотришь, я поставила. Так, в общем, сейчас у нас пятый каталог, да, классный, красочный. Все, наверное, уже посмотрели. Все уже все посмотрели, да? Скорее всего, идет он, как обычно, 3 недели. Основной лидерский акцент, да, конечно же, на рекрутинг. Не зацикливаемся на, допустим, на горджобе там или в соцсетях или еще чем-то. Вокруг нас тоже ходят люди, вокруг нас окружают люди, которые тоже хотят денег заработать. Поэтому, если их тоже можно, да, позвать в компанию. Им тоже можно рассказать про, допустим, хотя бы про вот эти программы, которые с браслетиком, да, нет предела совершенству, хотя бы на это позвать. Может, там где-то что-то человек присмотрится и рекрутировать начнет. Компании 50 лет, да, и поэтому она всякие штучки тут запускает разные, да, мы знаем, что уже, сейчас, секунду. Знаете, кто, да, вот тут на слайде? Все знают, кто на слайде? Знаете, кто на слайде тут? Поставьте плюсики, кто знает, и минусики, кто не знает. Угу. Ирина, даже вы не знаете, да? А, это топ-лидеры компании Oriflame. Угу. Да, Полежаев Владимир и Снежана. Они вообще номер один в мире. Сейчас они в квалификации, ну, на уровне президента компании. Можете посмотреть по лестнице успеха, какие там у них доходы, там и это все. В общем, да, топ мира, первое место у них. Бизнес развивать начала супруга у Владимира, ну, они вместе начали. Супруги сейчас уже нету, Тамилы, да, Полежаевой. Тоже загуглите, посмотрите, какая просто невероятная женщина. И это его дочка Снежана, они вместе теперь на одном номере, дальше продолжают развивать бизнес, да. И за эти годы, ну, кто, ну я-то, да, 2 года, кто-то, может, недавно совсем, я стала свидетелем множества историй с успеха. Это, конечно, самое яркое, можете пронаблюдать, на Снежану можете там в Инстаграм подписаться, где она только не была, сколько она только стран не объездила, и не знаю, сколько у них там вообще денег, да, как они вообще живут, посмотрите. И все это компания Oriflame. И вы можете точно так же изменить свою жизнь, да, 50 лет компании, 21 год, она уже в России. И много кто стал успешными бизнесменами, да, яркими лидерами, настоящими победителями. И каждый из вас тоже может сам добиться этого всего. Не нужно тут никаких знакомств, да. Да, у них 2 дочери, с одной он на одном номере, а другая отдельно развивает бизнес. Да, это родная сестра. Угу. Саша, прочитал твой вопрос. Угу. Вот, Саша, Марк. Они с супругом, а Снежана вместе с отцом. Вот. И вы точно так же можете, да?
Тем более в век интернета. Видели, наверное, да? Ну, не видели, а знаете, наверное, Долженко Ирину Антону. Кто-нибудь, может, тоже не знает, да? Кто совсем новичок, это наши уже вышестоящие лидеры в компании, в команде продвижения, да, мы все с вами состоим в команде продвижения, и основатели вот именно вот этой команды есть много, да, это все Oriflame, да, это у всех просто, ну, методы работы, да, там отличаются, методы подачи информации, да, ну, это просто старенький слайд, видимо. Они исполнительные уже директора, а тут просто фотка с... Оль, не слушай меня, пожалуйста. Вот у них просто фотка, да, 10 тысяч у них. Они уже получали премию и 24 тысячи долларов, да? Вот. И всем, вот это всем доступно, неважно, где вы живете, в каком вы городе, в селе, деревне. Вот я в дому у мамы в деревне после бани быстренько накрасилась и провожу вебинар. Ирина Басюк тоже, она одна, да, без супруга, супруг чем-то другим развивается, да, что-то там другим занимается, она одна развивает бизнес. А с компанией Oriflame она тоже, о, уже, я не знаю, на каком она сейчас уровне, если честно. И сейчас компания нам, ну, как бы, помните, какая была формула успеха, да, была рекрутинговая компания. Сейчас триумф успеха компании по приглашению, потому что... Ну, все равно этот год такой, да, все-таки ого-го, какой юбилей у компании. И у компании очень много вот этих всяких рекрутинговых компаний. И вот одна из них, «Триумф успеха», она будет идти пятый, шестой, седьмой, восьмой каталог. Я расскажу подробно. Приглашать нужно, да, это как и для спонсоров, да, для нас, для тех, кто приглашает эту рекрутинговую компанию, мы можем получать подарки по этой программе. Это также для ваших новичков, да, для всех, в общем. Можете суммировать, накапливать эти спонсорские баллы и обменивать их на подарки. Раньше такого не было, да. Кто вот с нами давно, мы знаем, что мы все эти акции даже никогда не обсуждали на планерках, потому что они проходили мимо нас, потому что они действовали только если ты человека зарегистрируешь в свою первую линию. Сейчас компания, ну, видит, да, что все уже, многие перешли вот на эти морковки, как мы их называем в народе, так сказать. Нет, сейчас, вот я как раз говорю, что тогда было в первую линию только, и поэтому мы про них не рассказывали. Сейчас, если вы делаете регистрацию правильно из своего личного кабинета и пишете номер консультанта, под которого вы регистрируете, то баллы идут и вам. И вы тоже можете их собирать. Сейчас мы посмотрим, какие подарки. Каждый спонсорский балл, допустим, вы зарегистрировали новичка. Да, вот, допустим, Оля зарегистрировала новичка, новичок сделал заказ на 50 бонус-баллов. Да, она зарегистрировала одного, в следующем каталоге она еще одного зарегистрировала, там в следующем еще одного. И в течение всей вот этой кампании она зарегистрировала много новичков, которые сделали в течение 21 дня заказы. Она получает спонсорский балл за каждый балл у его новичка. Допустим, новичок сделал заказ на 20 баллов, Оле вот эти 20 баллов пошли в копилку. Да, следующий новичок пришел, ее новичок, да, ее новичок, которого она зарегистрировала из своего личного кабинета, под последнего, ввела номер вот этого, да, и накапливает она спонсорские баллы. Накопила она 100 бонус-баллов. Это, и, конечно же, это вы все можете сделать, потому что компания идет 5, 6, 7, 8, по-моему, да, каталог. Сейчас где-нибудь это на слайдике будет написано, я точно не помню. Может, кто знает, 8, да, каталог? Сейчас давайте я быстренько пролистаю, посмотрю. Никто не смотрел? Сейчас я посмотрю. Угу. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Четыре каталога. Да, четыре каталога. Вот четыре, это очень много. Четыре каталога. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вот
И вы можете выбрать, допустим, вы накопили 1000 бонус-баллов, вы можете взять себе на 100 баллов вот этот браслет, ручки, часы. Уже определился, да, Саш? Можете брать дальше. Накопили там, вот, и вот это, на эту 1000 вы можете набрать. Каждый продукт по одной штуке можете взять. За 250 бонус-баллов берете эти, как кисти, да? Классные вообще. Алена там в каждом чате пишет, какие классные. Для тех, кто ну, макияж да, наносит, они понимают. Я тоже, конечно, не этот, не специалист. Но будем учиться. Вот такой вот beauty case. Да, кисти, класс. Beauty case такой тоже классный. Да? Ну, бесплатно. Вот это все вам достанется бесплатно. Один балл. Да, один балл. Это один спонсорский балл. Если новичок заказывает из книги красоты, то есть либо Novage, либо Wellness, один балл равняется двум спонсорским баллам. Понимаете? Поняли? Если это Novage, либо Wellness, то, что в книге красоты у нас, то один балл равняется двум спонсорским баллам. Угу. Да, вообще круто, в общем, крутая программа. Выбирайте себе подарки. Дальше. Часы мужские, да? Надеюсь, что мы тоже соберем, у меня Миша, скорее всего, выберет эти часы. Кому что еще понравилось? Да, вот есть и женские часы за 500 бонус-баллов. Часики, сережки тут, видимо, да, и кулончик. Ну, в общем, классно, и все. Да. О, все, да? О, в общем, классные подарки. И часы Сваровски. 1000 бонус-баллов. Сейчас. Там цвета, по-моему, у них разные. Там розовая. Так, сейчас. Эксклюзив. Сейчас я подгляжу сейчас. Так, сейчас. Эксклюзивный набор из 3 изысканных письменных ручек из металла белого, розового и золотого цвета в отдельных футлярах. Вот, набор ручек Сваровски. Каждая шариковая ручка заполнена нежными прозрачными кристаллами, стержни легко меняются, размер ручки тут пишут, комплект. Ну вот, три ручки, 1000 бонус-баллов. Самое вот дорогое это вот эти ручки, как оказалось. Вот. Пока ничего не соображаешь, Оль. Но хочу. В процессе поймете. Скорее всего, будет... В общем, смотрите. Как накапливать баллы? 4 каталога. Вот у вас за это 4 каталога вы лично пригласили там 5 новичков. Зарегистрировали их. Эти новички сделали каждый заказ на 100 бонус-баллов. Всего у вас сколько баллов получается? Если они не брали ничего из каталога, из книги красоты, если они ничего не брали. Было 5 новичков, заказы у них по 100 бонус-баллов. Сколько у вас будет спонсорских баллов? Да, 500 бонус-баллов, Оль. 500, на сколько баллов новичок сделал заказ, столько у вас в копилке баллов. Да, 500 баллов. На эти 500 бонус-баллов вы выбираете. Либо вы берете себе часики, либо вы берете себе там один кейс и одни кисти. Поэтому думаю, что хватит. Если не хватит, то компания, конечно же, предложит обязательно равноценную замену. По этому поводу не переживайте. Вот. Конечно, компания по-всякому нас мотивирует на рекрутинг. Если уж да, что-то другое не мотивирует, то вот этот хотя бы подарки, да, чтобы мотивировали. Да, новичок. Если новичок делает 100 бонус-баллов, да. Если новичок делает заказ на 100 бонус-баллов, то у него была сперва водичка, теперь вот этот браслет он получает. Вот этот вот. Сейчас, может, что-нибудь про него прочитаю, про этот браслет. Это только для новичков, которые зарегистрированы в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м каталоге. Если новичок с прошлого каталога, да, он в прошлом каталоге зарегистрирован,
то он получает водичку. Понимаете? Он водичку. Если он зарегистрирован в четвертом каталоге, он получает водичку. Если он уже в этом каталоге зарегистрирован, то он получает вот это вот браслет. Вот, допустим, Аня Келлер, да, сегодня ты сделала заказ, Ань, тебе 2 балла не хватило, да, 100 баллов. Конечно, это... Конечно, лучше сделать и пройти по стартовой, ты там вообще за смешную сумму получишь набор, да, и получишь водичку туалетную бесплатно в следующем каталоге уже. Про вот этот браслетик. Набор браслетов. Набор из 3 изящных браслетов белого, розового и золотого цветов с надписями «Единство», «Дух», «Страсть». Выполнен из лава, цинка и железа с покрытием. В украшении использована страза Сваровски. Внутренний диаметр браслетов 60 на 52. Не содержит никель. В общем, лозунг, да, ну как, ну лозунг, да, грубо говоря, в нашей компании это «Единство», «Дух» и «Страсть». И вот, оп, ага, ну все, хорошо. Угу. И этот, как его, пришла? Так, дальше, что еще? В общем, поняли, да, про компанию? Да, в общем, крутая компания, и давайте ее будем использовать. Вот про это вот забыли все, да? Немножко расслабились. Два был такой ажиотаж у нас в чатах по поводу вот этого вот, по поводу этой программы. Сейчас немножечко спало. Можно зарегистрироваться еще раз, да, там, ну, другую почту использовать, еще раз зарегистрироваться и продолжать. Там задания-то простые. Я вот тоже, наверное, перезарегистрируюсь, потому что очень много пропустила, а не хочется пропускать. И смотрите, для чего мы все это коммуницируем, ну, как бы рассказываем про это, почему в соцсетях делаем там посты всякие, там еще что-то. Для того, чтобы наши друзья интересовались, что это такое, да, чтобы... Ведь для того, чтобы в этой программе участвовать, не обязательно... Может, кто-то не знает про эту программу, давайте расскажу. Вы регистрируетесь не на сайте компании. Вам не обязательно быть консультантом компании Oriflame. Можно просто зарегистрировать, да, вот ваших друзей именно на эту программу, на то, чтобы люди понимали, что стиль жизни вместе с компанией Oriflame – это не беготня с каталогами, это не стояние там с промо-стойками, да, что тут совершенно все другое, чтобы они вот это понимали. Что тут свобода, да, свободный стиль жизни, как, где хотим, там работаем, что хорошие доходы тут, что тут путешествие, вот на это, да, звать. И чтобы для того, чтобы человек, ну, начал как-то приобщаться к нашему сообществу, можно просто ему предложить вот здесь поучаствовать. Тут у нас мы регистрируемся, и компания высылает каждый день на почту новое какое-то простое задание, которые мы должны выполнять. Это для того, чтобы мы как-то приобщились к здоровому образу жизни, да, научили себя хорошим каким-то привычкам. В общем, очень интересная программа. Кто не пробовал даже, обязательно попробуйте. Ведь тут это же не обязательно, а, ну, да, там нет никаких условий там или еще что-то. Просто для себя попробовать. А, вот. Хорошо? Я скину в чат, кто совсем новичок, я скину. И вот этот браслетик все равно увидела, что вот Оля Ильина, допустим, проводила, как его, собеседование, да, записывала у нее браслет на руке. Вообще молодец, при полном обмундировании. И поэтому, конечно, рассказывайте и новичкам своим рассказывайте, чтобы им было интересно. Алис, иди, беги, бабушка, беги. Сейчас я уже приду. Иди покушай. Ты кушать, наверное, хочешь. Иди лапшечку бабушку сваришь. Тима носит, да? В общем, всех подключайте. Рассказывайте про все. Не только про рекрутинг, не только прям там еще что-то. Ведь все люди разные. Может, кто-то вот этим заинтересуется, да, вот этой программой. Может быть... Алиса, осторожно. Дальше, что еще, да, компания? Компания нас поддерживает, да, есть рекламная поддержка в прессе. То есть видели, наверное, да, все рекламу от компании Oriflame. И в прессе, и на телевидении. А еще будут, в марте были, значит, в Космополитен, домашний очаг, и Top Beauty были какие-то там статьи. В апреле с
здоровье, не буду язык ломать, в общем, потому что не знаю, как правильно, прочитайте сами. В мае опять в Космополитене «Женские секреты» и топ-бьюти. В общем, поддерживает нас компания, и чтобы как-то разрекламировать еще больше, да, Oriflame. Ну и видели, наверное, все рекламу по телевидению, да, все видели уже. Алис, ну ты чего? Мам, возьми. Видели все? Видели? Дальше. Ребята, меня слышно? А. Так. Ага. Дальше. В твоем ритме. Сейчас я прям секунду Алису. Так, все, не подвисает. Я просто отходила Алису тут к бабушке, маленько капризничает. Значит, в твоем ритме, да, все, кто участвовал, то есть кто оформлял заказы на 50 бонус-баллов, уже в этом каталоге мы можем купить за 290 рублей косметичку и полотенце, да, не забывайте вбивать заказ, кто уже заказали, все, молодцы, супер. Не забывайте, да, кто делал заказы на 50 бонус баллов, то закажите себе, уже придет, да. Если делаете еще и в этом каталоге на 50 бонус баллов, то в следующем каталоге можете получить сумку Oriflame. Значит, еще что. Были мы тут с девчонками на Novage, на сессии. Конечно, классно. Конечно. Если вот работать не только онлайн, но и офлайн, можно, конечно, использовать и это тоже, да, вот про Novage. Сегодня не буду в это, конечно, углубляться, но про подписку расскажу. Если вы, значит, берете целый набор, допустим, там экологиен, либо Time Resto, ну, любое, в общем, то можете в течение еще последующих 4 каталогов 3 продукта взять со скидкой 30%. Да, это называется у нас подписка Novage, да? Саш, ты на сумку, да, рассчитываешь? Про это тоже говорим новичкам, потому что Novage это очень высокобалловые продукты, то, на что компания больше всего затрачивает, ну, своих средств, да, это Wellness и Novage. Wellness Life тоже, думаю, все знаете, да, если оформлять подписку на Wellness Life, это, ну, во-первых, 100 баллов это набор «Твоя жизненная энергия», там коктейль и витамины. Первые 3 каталога платите и получаете, ну и 100 бонус баллов у вас. В 4-м каталоге вам начисляются и баллы, и также вы... Здорово! И также вы получаете бесплатно свои продукты. И Wellness Life «Твой идеальный вес». Там уже есть... Коктейль, супчик и витаминки. 151 бонус-балл. А, да, только там. Туда, да, заказали? Обязательно тут нужно указывать сертифицированное СПО. Кому нужно, поподробнее обязательно расскажу. Спрашивайте, либо в чате, да, спрашивайте. Подписаться, Ань. Как подписаться? Есть видео обучение, да, как подписаться, там ничего сложного. Внизу можете увидеть подписка, да, вот прямо на главной странице внизу листаете, подписка, туда нажимаете, и там будет все видно, как это все оформить. Я скину видео короткое, там вообще ничего сложного нету. Да, либо каталог Wellness, там подписка. И внизу в самом, прям вот если на главной листать, там тоже есть раздел подписка. Там и просто Wellness, и Wellness Life Plus. Так, дальше. Так, сейчас я не запущу. Наборы Novage.
Все серии комплексного ухода Novage уже упакованы в брендированную коробку с логотипом и описанием программы ухода. Коды наборов прежние, теперь не нужно думать об упаковке, если вы хотите подарить друзьям и близким роскошный комплексный уход. Коды наборов прямо в коробках. Вот они, коды, да, если кому нужно, обязательно скинем эти коды. Сколько бонус-баллов? Если это Novage True Perfection, это от серия от 20 до 30, 105 бонус-баллов. Если это комплексный уход Novage Collagen, то это 132 бонус-балла. Novage Collagen Light тоже 132 бонус-балла. И если это уход Novage, не знаю, как правильно сказать, 166 бонус-баллов. И Novage Time Restore 166 бонус-баллов. Novage Ultimo, не буду их рекламать, опять же. Вот. Сессию мы, кстати, проходили на вот этом наборе, который Ultimate Lift, наверное. Он от 40 лет идет. Классно, конечно, сходили, мне очень понравилось. Еще про компанию, что хочу сказать. Что компания Reflame стала лауреатом премии Anti-Aging 2017. Сейчас я расскажу вообще, что это за премия. На подсказку свою посмотрю. Столько премий, что, конечно, тут тоже не уследишь все. Стали от журнала «Домашний очаг», в общем. Это аналог премии американского журнала, который проводится с 2010 года. Можно. И пользуется безоговорочным уважением экспертного сообщества и безграничным доверием покупателей. Короче, выиграло у нас вот это масло. Так, сейчас. Лучшее масло редакторам было отдано предпочтение питательному маслу для лица Eco Beauty от Oriflame. Серия Eco Beauty отмечена тремя международными сертификатами, которые гарантируют наличие высококачественных органических ингредиентов в составе продукта, отсутствие парабенов и синтетических отдушек, а также соблюдение принципов экологической ответственности. Вот. Я вот от этого всего далека, поэтому... Anti-Aging, Ultimate Lift, вот так вот. Поэтому прошу прощения. Я вообще, если честно, вообще в продукции не очень, но я очень буду стараться этот пробел, конечно же, тоже устранять. Потому что раз уж занимаешься, да, надо все, конечно же, знать. А не тут сидеть и слово не знаешь, что выговорить, да? Еще премия «События года», «Золотая конференция Oriflame на Кипре и в Сочи», «Лучшая конференция года». Это, конечно, тоже ох и ах, потому что я, конечно, была вот на второй части, вот в Сочи, да, я была, и всегда про это рассказываю. Это, конечно, просто действительно шикарно. Тем более столько людей, как они вообще смогли все это организовать. Нас было так много, просто не представляю, сколько было затрачено сил, энергии и денег на вот это мероприятие. Поэтому, кто еще у нас на Болгарию квалифицируется, ни в коем случае руки не опускаем, а наоборот нажимаем и делаем результат. Премия спорта России, зимний фестиваль Oriflame «Красота как образ жизни». Кто-то ходил вот на этот фестиваль? Ходила, знаю, Юля Мельникова, да, тоже с Юлей, по-моему, они вдвоем, да, ходили. И тоже писали отзыв, что им, конечно, очень-очень-очень все понравилось. И что вот тоже такую премию «Спорта России», да, получила компания, конечно. Все собирает. Действительно, потому что компания себя теперь оппозиционирует, что красота как образ жизни, что вообще все красиво у нас, и бизнес красивый, и премию вам все собираем. Новая страна добавлена в список международного спонсирования. Это Тунис. Так, это первый в слайдике. У меня еще сейчас будут. Подождите. Не расходитесь. Немного. Это уже про продукт. Презентация каталога. Предложение действует. В общем, про этот каталог немножко. Драйвер каталога. Уже смотрели, наверное, да? Смягчающие средства при покупке, на сколько денег из каталога вот такая баночка, бочонок бесплатно достается, кто знает.
Да, правильно. 1500 берете, и вот такая вот такой вот бочонок смягчающего средства. Легендарный продукт у компании Oriflame. Там просто в бешеном количестве это все продается. Это точно, Саша. Точно, Ань, ну что я тебе могу сказать? Надо тебе новое звание какое-то открывать с такими-то запросами. Если у тебя каждый человек возьмет настолько, то все. Вот. Выгодное предложение на странице 34-35. Это корректор, да, наверное, там. Звездный выход. Образ звездный выход. Навеч защитный крем SPF 50. Ну, короче, сейчас я коротенько расскажу. 3 баночки придет. Круто. Там на каждые 1500 добавляется. Так, про что тут сказать вам? Сейчас подгляжу. Так. Ну, про губную помаду все знаем, да, смотрели уже, наверное, про то, что вот недавно совсем было сравнение 4 компаний, да, по каналу ТВЦ, да, если я вас не обману сейчас, там сравнивали губную помаду Giordani Gold Oriflame, Avon, была помада представлена у компании Avon, у компании Mary Kay и у Kiki, да? Какая компания заняла первое место? Помните? Кто смотрел передачу? Да, наша. Угу. Да, наша. Прям, ну, круто. В общем, гордость тоже распирала. И вот эта помада представлена у нас в этом каталоге. Вот она. Ну, она в каждый каталог, конечно же, есть, да? Но начнем. Тональная основа. Кто-нибудь уже пробовал вот эту тональную основу Giordani Gold? Антивозрастная тональная основа. Я, кстати, покупала маме. Нам понравилось. Ну, вот именно ну, в той серии, которая она была. Совершенствующий цвет лица, тональная основа с драгоценным экстрактом белого трюфеля и антиоксидантными свойствами. Роскошная тональная основа с солнцезащитным фильтром SPF 8 создает естественно ровный цвет лица, а уникальный экстракт белого трюфеля ухаживает за ним. В общем, я не буду, конечно, этими заученными фразами, тут все умными фразами говорить. Немножечко просто от всего отхвачу сейчас и все. Тушь у меня у самой Giordani Gold, я ее вообще очень люблю. Вот, хотя многие вот у нас любят, да, 5 в 1. Но я Giordani Gold люблю больше, чем 5 в 1. Допустим, мне больше подходит. Но вот маме мне больше нравится, допустим, 5 в 1. Поэтому тут не угадаешь. Но я обожаю просто эту серию Giordani Gold. И тональный крем у меня есть, и тушь у меня есть, и помада, конечно же, в том числе. Помада представлена в 15 оттенках. 15 оттенков помады туда, иконы стиля Giordani Gold. И 5 оттенков помады иконы стиля Giordani Gold, другая какая-то, среди которых вы можете выбрать свой идеальный оттенок. Тут все представлено. Посмотрите, в общем. Серия тоже, да, любимая? Да, вообще передача, конечно, вообще классная. В конце, да, в конце наш, который сотрудник, он вообще съел помаду. И вот этот ведущий тоже съел, посмотрел на него, пошел, говорит, а помаду у Мари Кей можно есть? И тоже ее съел. Вот кто был, кстати, на заводе на экскурсии, говорят, что он там всегда ее ест, эту помаду. Кто у нас, Варченко, да, Яна с Сашей ездили, и мы поедем тоже вот этим летом. Кто хочет, поехали 16 числа на завод. Там экскурсия бесплатная, главное туда доехать, до вот этого завода в Ногинске. И он там ее тоже, говорят, ест. Так, дальше. Потому что знает, что она вообще безопасная. Кто пользовался вообще вот этой водичкой Giordani Gold Essence? Я брала ее, когда вот она только-только вышла. И, конечно, я вообще в полном восторге от этой воды. Да, Саша, 100% ест. Есть Оксана Митрашова. Да, вообще просто шикарная. Ну, я не знаю даже, чем вообще просто ее сравнить. Да, это его фишка, походу. Он уже столько съел. Ничего, живой ходит, нормально. Еще он
Ну, вообще такой достойный мужчина. Прям было приятно, что вот он представляет нашу компанию. Там ни слова там какого-то плохого про другие или еще что-то. Наоборот, там в защиту за них вступал. Ну, и прям, знаете, прям он чувствовал, что он там волновался, да, сидел, когда вот с этой помадой, да, его там говорили про него. Он прям волновался, сидел, как будто бы. Мне так показалось. Не знаю, может, мне, конечно, показалось. Вот, в общем, кто не нюхал, да, вот этот аромат, то попробуйте, да, там, потрите, может, там есть, да, на каталоге. В общем, аромат вообще шикарный. Волновался, да, Ален? Да, вот и мне так показалось, что он прям волновался, переживал. И победили они. Классно, конечно. Сумочка такая вот. Снова вошли в моду пайетки. Ими были украшены вечерние наряды и аксессуары коллекции многих дизайнеров на неделе моды в Милане. Мини-клатч. Лицевая сторона расшита полуматовыми золотистыми пайетками. Обратная сторона из черного бархата. А набор серег, ожерелье. Главные продукты. Сейчас знаем, что... Еще про главные продукты. Да? Какой новый продукт серии Novage обеспечит максимальную защиту от солнца? Сейчас мы знаем весна, потом лето. Все мы хотим сохранить свою кожу молодой, чтобы было поменьше морщинок. Поэтому нужно обязательно выбирать себе крема с SPF-защитой. Да? Тут у нас представлен многофункциональный защитный крем для лица SPF 50. Да? Это много, да? Серии Novage. Поэтому... Всем, конечно, рекомендую. Сама не пробовала, но, конечно, хочу, потому что уже есть морщинки. Мама смотрит, на меня смеется. Идите, пожалуйста. Смущает меня тут. Вот. 70% женщин весной сталкиваются с проблемой пигментации кожи. Также, да, мы вот на море были, между прочим, у меня тоже выходило пигментное пятнышко, потому что, ну, ничем не защищена была кожа. Конечно, нужно защищать ее. Кто ее будет защищать, кроме нас с вами? Содержание SPF продукции соответствует. Сейчас. Соответствует. Так, где же я это все читала? Современному потребительскому спросу, в общем. Относится к классу блокаторов солнечного цвета с высоким уровнем. Блин, они пришли? Меня отвлекают немножечко. Еще проблемы, да, про пигментные пятна, тоже новая серия Optimals запущена. Optimals тоже классные крема, да, вот они недорогие, но они вообще тоже хорошие. У меня Donna Veitch покупала себе. Ну, не эту серию, другая была серия, да, там зелененькая, синенькая вот эти были. Тоже вообще очень классные и совершенно недорогие. Так, что еще тут? Вот, вот эта серия, да, она возвращается, Love Nature. Очень ярко насыщенные прям запахи, что вот кокос. Вот мы нюхали, были в сердечном центре, прям вот прям насыщенные. Что вот это вот яркое, да, не знаю, малинка или что. Алоэ, конечно, не насыщенно пахнет, а вот эти прям вообще такой запах, ого-го. Сейчас я вам про них прочитаю тоже кое-что. Оказывается, они какие. Так, сейчас. Алис, чего? Любимая линейка базового ухода за кожей, тела и волосами дополняется новыми средствами. Сейчас каждое средство экологично и создано для приятного и эффективного использования без вреда для окружающей среды. Все смываемые средства Life Nature биоразлагаемые. Значит, что они не будут негативно влиять на окружающую среду. Продукты для волос не содержат силиконы, а эксфолианты усилены натуральными скравирующими частицами. В общем, все натурально, да, что я могу сказать. Если у вас будут там клиенты или вы сами, ну, такие, что нужно все вот экологичное, чистое, да, там, чтобы в природе не вредило, да, то вот можете выбирать вот эту линейку. Она вот обновилась, да? Дальше, что еще? Пропадаю, Ирин? Пропадаю? Здесь я, здесь. С Алисой. Сейчас.
Самое выгодное предложение каталога. Сейчас тоже их с вами рассмотрим. Ага. Тут самые глубокие скидки, да? Вот на вот этих страничках можете посмотреть. Ну, что тут два продукта можете купить. Если покупаете два продукта сразу, то покупаете их со скидкой 60%. Следующее это у нас тоже, который с глубокой скидкой. Сейчас я перелистну слайдик. Вот этот вот корректор, да, тоже со скидкой 70%. Кисти вот для румян я, кстати, брала, хорошая, мне понравилась. И вот этот хайлайтер, он тоже очень классный. У меня подружка тоже брала у меня его, хотя она у меня такая, ну, в общем, избалованная всякой косметикой. Ей тоже очень понравилось вот этот вот The One, который 699 рублей. Дальше. Ну и на последней страничке должно быть в каждом заказе со 79 рублей вот эти вот дезодоранты, да. Но они еще и скидка, да, 20% на них у нас, поэтому будет еще дешевле по нашей цене. Ну и что необходимо делать каждое утро для того, чтобы зарядиться энергией на целый день? Как вы думаете? Угу, еще с уклоном на Ariflame. Что еще? Что нам помогает сохранять бодрость целый день? Правильно! Правильно, круто! Да, конечно, wellness, да, пить коктейль, витаминки и оставаться бодрым и здоровым целый день. Есть книга красоты у нас очень вообще классная. Можете ее полистать, почитать. Там столько информации. Кто не читал, тот каждому новичку он, по-моему, вкладывается там за 10 рублей. Да, не отказывайтесь от него. Он таких денег, конечно же, стоит и даже больше. Да, сколько, вот сколько раз, ну, все равно, да, как-то не верится, особенно если ты новичок там или еще там только-только пришел. Конечно, не верится, что вот тебе будут говорить, что вот wellness попьешь, у тебя все будет круто. Но я-то уже 2 года работаю, и я очень много уже слышала отзывов от реальных, да, от консультантов, от моих партнеров, от моих менеджеров, от моих подружек, да, которые, ну, допустим, у Сережи Мелина, жена Даша, моя подруга, мы с ней давно-давно вместе, у нее постоянно болела голова, всегда болела, она говорит, у меня всегда вот таблетки лежали, и там через, допустим, месяц я покупала себе еще пачку, а тут я пропила курс, ты чего хочешь? Я, говорит, пропила вот два курса, сейчас она третий или четвертый выпивает, не буду врать, но тут, по-моему, мы с ней месяцок назад созванивались. Она говорит, у меня совершенно перестала болеть голова. Это вот один, да, пример. Еще что могу сказать? Могу сказать, что две мои хорошие знакомые подруги, да, вот, а вот тоже подтверждают. Две мои хорошие знакомые подруги забеременели без каких-либо там усилий. Хотя для того, чтобы, ну, допустим, там, ну, я не буду тут углубляться, короче, были какие-либо проблемы. Но пропив курс, они, да, вот, допустим, она мне писала, я не знаю, то ли это просто совпадение, что я там не могла там долгое время забеременеть, то ли они действительно повлияли, ну, на то, чтобы иммунитет восстановился. Но это случилось, да? Поэтому, конечно, я вот это вам говорю, как, ну, как это было, да? Не буду ничего врать там, конечно же. Как правильно ухаживать за кожей век, чтобы сохранить ее молодость? Просто голова перестала. А, ну да. Видишь, не слышу. Так, почему... Да, нужно, конечно, ухаживать за своими глазами. Кожа вокруг глаз, она особенная, да, она тоненькая, не так, как на другой части лица. Поэтому для этого нужно обязательно использовать крем вокруг глаз, другой, да. Не просто крем, а вокруг глаз. Да, ну, конечно, это не какой-то там... Wellness это не какой-то супер-пупер лечащий продукт. И чудеса он не творит. Чудеса творят наш организм чудеса творит. А для нашего организма, чтобы он чудеса творил, да, нужно, конечно,
укрепляет здоровье. А wellness там в этом помогает. Да. Вот книгу красоты, да, конечно, обязательно ее изучите. Ну и что еще про компанию? Напоследочек вам скажу быстренько, потому что Алиса сейчас уже будет плакать, чувствуется. Расскажу вам про премию, которую компания получила. Ежегодно ароматы Айтлэйн получают премию Фифи, да, Russian, ну, в общем, не буду опять ее язык ломать. Туалетная вода Exit Force была названа лучшим мужским ароматом года тоже в номинации, да, в какой-то. Парфюмерная вода My Destry была названа лучшим женским ароматом года, тоже это было, да. Арифлейм стал лауреатом премии «Товар года» в 2016 году. Бренд Novage победил в номинации «Эффективные средства по уходу за лицом», тем самым вновь доказал свою инновационность и эффективность, да, понимаете, что, ну не просто так, да, товар года все-таки, Novage наш. Тем более, понятное дело, что я вот это так рассказываю, а тут представляете, сколько там вот их участвует, и то, что наши побеждают, конечно, это круто. Арифлейм стал победителем экспертной премии в области красоты. Два продукта были отмечены жюри в своих номинациях. Победили шампунь объем для тонких волос, зеленый чай и бергамот, и контурный карандаш для губ, роскошный контур Giordani Gold. В общем, конечно, это все нужно знать, да, и вам, и мне, и всем-всем-всем, для того, чтобы понимать, что мы не какое-то там, да, предлагаем, когда люди говорят «Арифлейм». Они даже не знают, что это такое, да, что у компании есть свой исследовательский центр в Дублине, кожи, да, что там 150 ученых трудится вот над всеми вот этими... Некрасивые палочки. Некрасивые? Над созданием кремов. Чтобы создать вот эту Novage, у компании ушло 7 лет, да, чтобы вот создать и действительно это все там исследовать, да, это же у него там по щелчку пальцев все происходит, да, вот все-все то, что написано, то, что там проводились исследования, то, что это клинически доказано, это не просто там какие-то слова, действительно, это так и было. Так, что еще? Продукция Арифлейм и ее компоненты не тестировались на животных в процессе разработки, и компания придерживается этого принципа со дня своего основания 67-го года, и она этим гордится, да, что никогда не было никакого тестирования на животных. 100% качества продукции. Наша косметика изготовлена по новейшим технологиям с жестким контролем производства и соблюдением принципов безопасности для окружающей среды. Бумага для каталога производится из возобновляемых лесных ресурсов, что подтверждено сертификатом Тропического альянса. Компания Арифлейм оказывает поддержку нуждающимся детям и помогает получить образование молодым женщинам в рамках благотворительных программ. В общем, нашей компании нужно гордиться, да, нужно знать, нужно гордиться нашей компанией, все изучать. На сайте все это есть, да, и нужно, конечно, все это знать, применять, когда вы отрабатываете возражения. Ну и для себя знать, что мы действительно пользуемся классной продукцией. У меня все. Есть вопросы? Готовы к началу каталога? Готовы всех зарекрутировать? Все, все. Идем играть. Готовы? Ну все, я тоже готова. Так что давайте всех зарекрутируем. Выведем обязательно новые уровни. Я узнаю. Спросите, может, участия менеджеров, может, там подскажут. Да это где-нибудь на сайте потыкать. Обязательно все, обязательно там все найдется. Вот. Всем спасибо, Свет, привет. Ну ладно, всем пока, хорошего вечера. Давайте будем много-много рекрутировать и много-много зарабатывать. Всем пока!